Здравствуйте, с вами Азамат Мусалчиев и программа «Лексикон». Сегодняшнее слово, которое мы обсудим, это «нонсенс». Слово «нонсенс» обозначает действие, не имеющее смысла. И это слово очень актуально в нашей жизни. Например, нужно забрать детей из садика. В этом тоже нет смысла. Мне нужно пойти на работу. Но в этом нет смысла. Также нонсенсом являются сегодняшние цены на бензин. Хотя баррель нефти уже стоит $20, а бензин словно золото, черное золото. Также нонсенс широко распространен среди продавцов. Примером тому является магия. Когда трясешь над товаром и призываешь прибыль, рубль падает. Что же делать? У меня есть идея. Меня этому научили дагестанские продавцы. Увеличились цены на... Какое-то удалось. А это все останется загадкой. Вообще, наша передача это нонсенс. Никто не пишет, никто не звонит. Например, очень хорошо под категорию нонсенсов подходит современное искусство. Примером там и являются работы современных художников. С вами был Азамат Мусалчиев, программа «Лексикон». Пока. Ёжик! Где ж ты был?